у святого храма, плачет горькою слезою мама. В сердце боль не гаснет, и в душе не заживает рана. У святого храма плачет горькою слезою мама. Сердце боль не гаснет, и в душе не заживает рана. У икон рыдая, на коленях молится за сына. За судьбу шальную, Господи, прости его, молила. Как-то темной ночью ждала мама, сын домой вернется. Но в груди тревожно, сердце материнское бьется. Вдруг, услышав шорох, подошла к окну мать родная. И, увидев сына на пороге, кровью истекая: Боже, что случилось? За что с тебя, сыночек, избивали? Почему, родимый, почему тебя так наказали? Прости меня, мама, видел я, как ты переживала. И на хлеб копила, сама не ела, а меня кормила. Не рожден я вором, грабить я залез в дом прокурора. Но не смог я, мама, ждет меня тюрьма Магадана. День суда решают, сколько лет лишит свободы парня. Мать в слезах рыдает, а судья приговор читает. Приговорите строго, воскликнула семья прокурора. Сам прокурор не знает, что судят сына своего родного. И громкий крик из зала: «Подождите!» – прокричала мама. В зале все умолкли, прокурору мать тогда сказала: «Любовь у нас была, от тебя, сыночка, родила я. Обула и кормила, и без тебя одна с трудом растила». Все молча зарыдали и просили парня: «Пощадите!» А прокурор слезами: «Прошу, судья, меня осудите!» Приговор читая, сам судья слезинку проливает. Горько плачет мама, своего сыночка обнимает. «Станьте подсудимы!» Приговор судья оглашает. И за слезы мамы первый раз судья вам прощает. У святого храма Господа благодарила мама. Отец сам добровольно открыл врата тюрьмы Магадана. У святого храма Господа благодарила.
благодарила мама. Отец сам добровольно открыл врата тюрьмы Магадана.